А в городской администрации сегодня чествовали тех, без кого не обходится ни один праздник. Работникам культуры вручили премию за сохранение и развитие народного творчества. Лауреатами стали 4 человека. Балетмейстер, сотрудник городского центра культуры и двое руководителей кружков декоративно-прикладного искусства. Им вручили благодарственные письма и ценные призы. Кроме премии, отмечали вклад в проведение праздника по случаю Дня защиты детей и даже организацию пленэров. В общей сложности были отмечены 37 человек. Какой же праздник без работников учреждений культуры? Вы действительно делаете, создаете настроение людям в любую погоду, в любое время. Если уж праздник, то действительно в Краснодаре праздник по-настоящему. И огромный вклад в хорошее настроение людей, конечно же, вносите прежде всего вы. Церемония награждения состоялась в преддверии Дня России. Это наложило на нее особый отпечаток, отметили виновники торжества. Пока горожане будут отдыхать, работникам культуры предстоит сделать так, чтобы праздники прошли ярко и насыщенно.